Привет всем! В эфире программа Patiz FM TV. Певица Мира и Надежда Гуськова сняли клип на песню «Улетай» в столице Украины. Мистика и романтика, а также музыка – это и есть залог успеха нового хита «Артисток», которого вы, кстати, увидите совсем скоро. Продюсером и оператором клипа на данную композицию выступил Евгений Мисюра, который также работает с Иваном Дорном. Наша съемочная группа не могла пропустить эти съемки. И самое интересное, что остается за кадром, но только не в нашей программе, вы увидите за миг. Сюжет «Лили Кос». Садитесь поудобнее, мы начинаем. Я не просила любить мою правду, я не хотела все ставить на карту, но в глазах прочитала все. Тебя отпускаю. Улетай далеко, мне тебя не остановить. Только знай, что давно небесами все за нами. Братья Мисюры и замечательная Лиза, которая снимает нам замечательный клип. Поэтому мы сейчас находимся на Украине, в городе Киев. Появилась хорошая песня, которая вроде как бы одной исполнить мало. Нужен кто-то еще, да, для колорита этой песни. Вот и появилась у нас такая Надежда Гуськова. Улетай далеко, мне тебя не остановить. Только знай, что давно небесами все за нас решено. Тут режиссер крутой, хороший, профессиональный, это Женя Мисюра. Мы очень рады, что мы вместе с ним работаем, и вообще очень команда хорошая. Начнем с того, что режиссером этого клипа стала Елизавета Клюско. Вот, а мы с нашим дорогим уважаемым братом, и это Дима Мисюра, это Женя Мисюра, это Елизавета Клюско, да, мы, собственно, она расскажет, наверное, мы не знаем ничего, мы так, зашли в гости. Нет, ну они не совсем зашли в гости, конечно же. Вот, какая идея, ну мы будем говорить о совести. О совести, вот. И вообще это история о вампирах, и мне вообще нравятся клыки, вот, ну это я так со своей стороны по чуть-чуть, а теперь слово передадим, может быть, Диме, что ты скажешь? Я ничего не знаю, правда, я пришел посмотреть. Ладно, давайте. Ну, у нас будет такая себе аллегория, то есть мы всю историю делаем мистической, вот, у нас будут мистические персонажи, вампиры, будет немного крови, вот, и что у нас будет еще? Ну, у нас есть, мне вообще нравится машина «Волга» зеленого цвета, я бы вообще считаю, что нужно возродить производство всех этих машин, вот, познакомьтесь с владелец машины, владелец, ну, можно камеры снять, снимите, мы должны знать своих героев. Вот, ну, нет, о чем рассказать, да, ну, не знаю, все очень будет, как привычно в нашей стилистике, непонятно, понятно, запутанно, понятно, вот, будет интересно, то есть, и, в принципе, наверное, для, там, Миры и Нади, как бы, это тоже будет новый формат, как бы, видео, и, ну, будет здорово просто, и все. Мы вам не расскажем, вы посмотрите, просто мы не можем вам раскрыть этот секрет сейчас. Я не хотела снова бояться, в закрытые двери ночью стучаться, но в глазах прочитала все, тебя потеряла. Как вообще долго шла подготовка к съемкам? Ну, пока сценарий написали 3 месяца, потому что пока утверждали, все это сделали. Что вы можете сказать о своих отношениях с Мирой? Что это дружба или вот просто творческий такой союз? Ну, мне кажется, дружба, она мне помогает, потому что у нее и опыт по жизни, и вообще по жизни просто помогает. Она хороший человек, я очень люблю. Какой все-таки стиль вам ближе в музыке? Попса и что-то танцевальное, дэнс-поп, что-то в этом роде. По вашему мнению, что в дальнейшем, вот в будущем ожидает этот стиль, поп-музыку? Ну, я хочу немножко репертуар поменять, как вырасти из своих песен. Вот, и после вот «Улетай» это для меня очень большой шаг. Главное, все выше, выше, лучше делать. Улетай далеко, мне тебя не остановить. Только знай, что давно небесами все за нас решено. Улетай каждый раз, все ближе к расставанию мы. Улетай, улетай.
Это ваша первая работа с Надей и с Мирой? Да. Это и совместная работа. Тоже наша первая работа. Да, ну то есть как бы у нас есть как бы там лейбл там By Missoura, и вот мы притягиваем к себе самых талантливых и лучших режиссеров и создаем качественную. Продукт. Братья расширяются. Да, типа того. Как долго шла подготовка к клипу? Ой. Подготовка шла очень долго, потому что на самом деле мы должны были снимать на другой сценарий, должны были ехать в Крым, вот, но в связи с тем, что все как-то, как бы, как сказал... Стране меняется быстрее, да, чем... Да, климат, и все, да, и теперь мы уже туда не можем поехать так просто, поэтому... Как бы Лиза написала новый сценарий, мы, ну, как бы разработали новую концепцию, и на самом-то деле, мне кажется, она как бы более подходящая, нежели предыдущий сценарий, и, ну, как бы, мне кажется, это к лучшему. То есть идея в том, что какие-то постоянно идут борьба сил добра с силами зла, и вот конкретный пример того, как нужно, не нужно поступать, как люди должны. Должны они ехать домой к любимой жене, а не шляться по ночным клубам и в результате сгореть. Ну, в принципе, вжиться в роль человека, который сделал что-то плохое, я как не идеальный человек тоже иногда делаю что-то плохое, поэтому, в принципе... Эта роль нам всем присуща в какой-то мере. В одной ипостаси, очень такой эпической, она будет предварительницей всех вампиров, а Надя, ну, вы посмотрите, мы не рассказываем, так нельзя все рассказать. Но это будет любовный треугольник или нет? Ну, в некотором роде будет, да. Да. С какими-то сложностями уже столкнулись или курьезы, может быть, какие-то были? Ну вот если мы еще чуть-чуть поговорим, то мы столкнемся с тем, что у нас будет не хватать времени. Но в принципе, пока еще нет, пока все идет хорошо. Да? Я не хотела снова бояться в закрытые двери, ночью стучаться, но в глазах прочитала все, тебя потеряла. По, расскажите о вашей героине, какая? Сексуальная, красивая. Уверенная в себе, обольстительница таких мужчин, хороших, привлекательных, да, которая заманивает их в свои сети, а потом использует их для чего-то. Вот такая у меня роль. Да. Но если не секрет, насколько этот образ близок к вам? Ох, я бываю разная, но очень часто я бываю очень доброй. Но обычно у добрых людей проявляется черта жестокости. Вот это про меня. Меня обижать не надо. Вы вносили какие-то правки в свой клип или полностью положились вот на режиссера, на съемочную группу, возможно, над образом своим работали тоже? Даже в голове себе такую мысль не зарождала, чтобы я там что-то вносила в коллективы. Это же Женя Миссюра. Это же Лиза. Это же все понятно, можно их даже не комментировать, их работу. Это очевидно, по-моему, всем. Что ж, друзья, это вся музыкальная информация на данный момент. Заходите на наш сайт fmtv.com.ua, читайте музыкальные новости, формируйте свой музыкальный вкус, и мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!